Для создания этих платьев не понадобились ткани и швейная машинка. Костюмы в виде цветов и бабочек были созданы из разноцветных полиэтиленовых пакетов благодаря фантазии юных дизайнеров. Сложно было это вообще делать платье и разрывать пакеты. И мерить. У нас было всего лишь 2 вечера, так что за 1 вечер вчера мы его сделали. Модное дефиле было организовано на территории детского лагеря «Лесная сказка». 15 участниц выходили на импровизированный подиум, чтобы продемонстрировать свой уникальный наряд зрителям. Юные манекенщицы рассказывали ведущим о своем костюме и кто им помогал в создании необычного образа. Анечка, расскажи нам о своем платье, как вы его назвали, кто твой модельер? Бабушка, и мы его назвали вечерним платьем. Свой наряд 9-летняя Ярослава Кузнецова назвала «Пиковая дама», так как девочка очень азартная и любит конкурсы. Друзья помогали тоже просто идти на подиум. Так я боялась просто выйти. Они мне сказали, чтобы я не боялась, и чтобы я вышла на подиум, и все сделала на отлично. Платье Ники Николаевой называется «Черное золото». Рассказывает, экстравагантный костюм разрабатывали вместе с мамой. Было чуть-чуть сложно сделать платье и играть на флейте, потому что я тряслась, я очень волновалась и могла сыграть неправильную ноту, но я сыграла все правильно. Во время красочного праздника свои творческие способности продемонстрировали не только модницы, но и все участники летней смены. В нашем лагере 2 смены. 60 человек. Ребята отлично проводят время, отдыхают весело, задорно, на свежем воздухе. Торжество красок и фантазии завершилось награждением участниц и вручением подарков. Модные тенденции оценили Наталья Буслаева, Максим Константинов, Видное ТВ.